Здравствуйте. Меня зовут Эдуард Петер, я профессиональный фотограф, живу и работаю в Германии. 2 года назад я написал эту книгу, по-немецки она называется «Продукт фотографии» или «Гемахт». Это по-русски будет «Предметная съемка. Это легко». В дальнейшем мы выпустили электронную версию, DVD, где эта книга полностью записана, и ее сейчас можно купить, допустим, на Amazon. Оформление этой книги выполнил замечательный дизайнер, талантливый художник Роман Петер, это мой сын. Вот, можете посмотреть. Идея создать фирму Петерсон принадлежит тоже ему. И сегодня я счастлив представить вам наш совместный проект, о котором мы давно мечтали, 2 года вынашивали эту идею. И вот, наконец, сейчас мы приняли решение, что все, что находится в этой книге, мы будем публиковать с помощью нашего видео, с помощью нашей видеостудии. Мы расскажем вам о том, что продукт фотография – это очень увлекательно, пусть нелегко, но очень интересно. И мы раскроем вам все секреты, которые есть в этой книге. Помогать мне в этом будет мой ассистент. Знакомьтесь, это Ричард Левенхерц, по-русски «Львиное сердце». Это фамилия такая. Мы планируем раз в 2 недели выпускать видео по тем или иным аспектам, касающихся предметной фотографии. Начнем мы с малого, начнем мы с самых основ. Не пугайтесь, идите с нами, и через 20 занятий вы станете тем, кем вы хотели всегда быть. Итак, мы начинаем. Не удивляйтесь тому, что в наших видео очень много будет посвящено тому, как изготовить то или другое приспособление для съемки предметов. Предметчик обязан быть рукастым, иметь навыки работы с пластмассой, с металлом, с деревом, потому что многих предметов просто не существует в природе приспособлений, а которые есть, они настолько дороги, что порой и даже нам приходится идти своим путем. Начнем мы с простого. Как изготовить вот такие хорошие подставочки, которые я очень часто использую в ювелирной фотографии. Эти подставки, они бывают разные, в зависимости от того, что нам необходимо. Маленькие, блестящие, матовые, или совсем прозрачные, или мои любимые, темные, черные. Сегодня мы хотели бы вам показать, как в домашних условиях практически изготовить такие хорошие подставки и в дальнейшем использовать их в своих работах.
Итак, наш выпуск подошел к концу. Если вам понравилось и вы хотите в дальнейшем смотреть наши видео, подписывайтесь на наш канал. Он называется «Фирма Петерсон». Петерсон – это Петер энд Зон, мой партнер и сын Роман Петер. И если вы хотите, вы можете тоже пойти на нашу страницу, небольшую пока. Она называется «Петерсон Компани. .de». На этом мы с вами прощаемся. До следующего раза. Пока.